цветочных тонах. Ароматы петунии, астры, бегонии и ирисов. Более 20 композиций украсили площадь перед театром кукол Экиет. Здесь не просто фестиваль, здесь еще и своего рода аттракционы. Например, с помощью одной из клумб можно измерить точное солнечное время. Нужно встать на июнь. И вот сейчас моя тень показывает почти полдень. Тут еще и выставка арт-объектов. Вот уменьшенный мост Миллениум и башня Сюембике. А здесь старинные предметы приятно вписались в современную улицу. Вот древнегреческие статуи, наряжены в одежду наших дней. А здесь пересмотрена функция автомобиля. Теперь он – зона отдыха. Цель была одна, говорит автор проекта. Подарить людям улыбку, радость, когда они выходят на улицу. И розовый цвет, вы, наверное, сами это заметили, поневоле заставляет улыбаться. Цветочный фестиваль проходит в Казани уже в четвертый раз и неизменно у театра кукол. Площадку посетил сегодня и мэр города Эль-Сурмедшин. Каждый район показал свои работы. Баобаб из бегоний, под ногами страницы французской газеты. И в этом году здесь снова гигантский букет, который в прошлом году бил рекорды в социальных сетях. Очень даже красивые цветы. Даже название я даже не знаю, некоторых только знаю. Вот. Очень понравилось, там как Кремль сделали, Миллениум мост. Очень красиво, прям очень красиво, все понравилось. Каждый год, ни одного года не осталось. Каждый год здесь приезжаю. В течение всего лета на площадке фестиваля будут проходить культурные дни в цветочной Казани. А значит, будут мастер-классы, поэтические чтения, живые музыкальные концерты. Гости фестиваля смогут выбрать самое яркое украшение площадки, проголосовав за понравившуюся композицию. Альбина Аслагараева, Александр Лобанов, ТНВ Казань.